канун Дня памяти преподобного Андрея Рублева вечер в Знаменском Кубайлово посвятили жизни и творчеству одного из величайших иконописцев в истории христианства. О влиянии личности и уникального таланта святого на последователей и культуру в целом, а также духовном содержании его работ гостям старинной Красногорской усадьбы рассказал Алексей Гульманов. Исследователь Центрального музея древнерусской культуры и искусства уверен, Рублев, опиравшийся на греческую и византийскую традиции, был не просто иконописцем, а прежде всего гениальным художником. Христианский духовный подвиг, он в том числе заключался в вот таком видении красоты, понимании красоты, в том, что он ее находил и воплощал. И вот как раз икона Троицы – это одно из вот таких удивительных воплощений красоты. То есть не только богословское содержание, которое, конечно, в этой иконе очень продуманное присутствует, но и именно гениальность художественного воплощения. Художественное воплощение теперь уже не духовного, а земного мира во всех его прекрасных проявлениях в том же Знаменском Кубайлово представили академик Российской академии художеств Петр Стронский и его ученики. Окончившие Строгановку, институт Сурикова и академию Глазунова, авторы с удовольствием продолжают работу над проектами совместно с первым учителем. Один из них и представлен в виде экспозиции в Красногорске. Сюда, из московской мэрии, где экспонировались ранее, переехали портреты, натюрморты и, конечно, пейзажи. Мы проводим с ними творческие поездки и за рубеж, в Словацкую республику, в Сербскую республику. Три пленера мы проводили на Лазурном берегу Франции. Вот. И сейчас проводим также пленеры «Русский север». Недавно был пленер у нас в РАЭ в Архангельской области. Пленеры в Великом Устюге. И все эти работы легли в основу нашей выставки. Каждый раз мы с очень большим интересом и восхищением смотрим работы его учеников. Потому что хороший реалист, настоящий реалист, живой – это, конечно, в наше время особая ценность. Очень достойные воспитанники, очень достойная плеяда учеников. Надеемся, что очень скоро мы будем видеть и их персональные выставки. Интересные художественные выставки, лекции в рамках просветительских проектов, концерты и не только. Культурно-выставочный комплекс «Знаменское Кубайлово» обновил свою программу и обещает дальше удивлять и радовать красногорцев. У нас новое руководство, новые замечательные сотрудники, полные идей и энергии. И вот сейчас летом мы, тем не менее, уже приглашаем к себе интересных, именитых, маститых гостей, профессионалов. Но это еще и подготовка нового творческого сезона. Традиционно он стартует в сентябре. И чтобы не пропустить череду новых интересных мероприятий, стоит следить за афишей Знаменского Кубайлова. Она доступна на официальном сайте комплекса и на страницах в социальных сетях.